ты вот, я пример про себя скажу. Что ты ходишь, что ты мучаешься, что ты хромаешь. Сидела бы дома, отдыхала бы. Ну что, я буду сидеть в окошко поглядывать? Почему так они говорят? Зачем? Ну, ходит человек и ходит. Ну, кому какое дело-то? Ну, ты дом сидишь, кино смотришь, ну, газеты читаешь. Ну, а я? Мне до того этот храм, до того я к нему привыкла, до того он мне, вот прямо откровенно скажу, как будто вот он мой дом родной. Я прихожу, мне там облегчение какое-то делается. Ну, был там склад сперва-то раньше. Там вино гнали сперва. Потом клуб там сделали. И чего тут только не было. Знаете, слышал я, как там поют певчие. Не одна я слышала, а еще у нас работал Василий. Я, говорит, работал и слышал. Говорит, так плавно, так, говорит, хорошо поют. Я так вот уберешь, сядешь, думаешь, ой, на улице, что ли. Другой раз выйду, посмотрю. Тишина. Вот многие приходят, ой, говорят, как мне легко в этом храме. Но вот не всем. Вот почему, не знаю. Господина нашего Высокопреосвященнейшего Алексия, архиепископа Тульского и Белецкого, Бога хранимую страну нашу российскую, власти и воинство. Тульской области много было храмов. Никто не ходит у молодежи, никто. Ну, знаете, я скажу, я не могу вот никого не осуждать, ничего. Ну, чего-то вот не хватает, вот. Чтобы договориться с людьми, чтобы люди работали. Ну, за даром, кто сейчас будет работать? Ну, постарше кто? Вот бабульки работали, которые тоже придут вот, по большим праздникам. Ну, помянут, поставят. Ну, и все. А помощников мало. А может, не время. Вот 14 июня мне сравняется 81 год. Я детей нажила, четверо было. А внуков 9 человек, наверное, а теперь правнуков уже не знаю сколько. Да редко стали навещать. Я, выходит, свою жизнь прожила, хорошего ничего не видала. А я вот когда прихожу, дома вот сидишь, то там заболит, думаю, нет, я пойду сейчас в храм.
мне хочется сделать потихонечку, потихонечку. Не обязательно, кто меня гонит. Я не спеша. Ну, баба Маня уже больная стала, говорит, мне поясница болит. Ну, и то она другой раз мне приходит, помогает, то воды принесет, то еще чего-нибудь. А так я же работаю одна. Одно время вот вывалился вот до этих плит. Все. Я бабе Мане говорю, баба Мань, я говорю, давай мы с тобой заделаем уж. Как я смогу? Ну, заложу. Давай работать, иначе рухнет стена. Ну, жалко было. Стену подвели. Стена валилась, и вдвоем все подводили. Все вдвоем, вдвоем, вдвоем. Она мне раствор подавала, кирпичи подавала, все, а я клала. Вот тогда в алтаре я штукатурила, еще крыша была не покрытая. Я штукатурила в алтаре, эту куколку есть, своды вот эти. Там леса стояли, я как на люльке качалась там. Ой, с меня пот лил ручьем, невозможно там было дышать. Ну, как-то не боюсь. Я говорю, а чего бояться-то? Я говорю, я хожу с Господом Богом. Чего я скажу? Хочу, чтобы храм красивый был. Хочу его довести до конца. Ну, лишь бы Господь здоровье дал. А то ободранный стоит, а? Ой. А я говорю, мы работаем на Господа Бога для своей души. Вот, для своей души. Я не хочу денег никаких. Вот так вот у нас.